О роли архивных документов и первоисточников в жизни общества и патриотическом воспитании молодежи пойдет речь на 12-м историко-архивном форуме «Память о прошлом 2023», который проходит в эти дни в Самаре на платформе Российского государственного архива. Подробности в сюжете Галины Топилиной. Ориентироваться в современном информационном пространстве невозможно без первоисточников. Обсудить особенности работы с архивными документами собрались историки, краеведы, представители науки и образования из 24 регионов России, Казахстана и Беларуси. Открытие форума «Память о прошлом» состоялось в стенах Самарской губернской думы. Интерес к архивам, интерес к историческим фактам есть не только у ученых, но и обычных людей, кто хотел бы разобраться в том, что происходит на сегодняшний день в мире, в стране и вообще в нашей истории. Поэтому такой форум, безусловно, он вызывает большой интерес. Знакомство школьников и студентов с архивной документацией становится частью патриотического воспитания. Ознакомление детей с архивными документами – это разработка школьных уроков, это проведение лекций для школьников, выставочных мероприятий. А вот с недавних пор к нам еще подсоединились и волонтеры, школьники, которые, изучая документы, воспроизводят их. Форум в этом году посвящен году педагога и наставника. Научить критически мыслить и оценивать первоисточники в основе образовательной системы. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.